Видишь, тут фонари, блин, как в советское время мы гуляем. Да. Да, здесь фонари, блин. Посмотрите, какая красота. Это месяц май, баловник. Месяц май. Май, баловник. Да, вот она, земля Пригожина. Вот видишь, колышки белые торчат. Вот, да. Белые колышки. Да, это наш дорогой повар Пригожин, блин. Вот здесь будет, да, ресторан? Да, вот колышки. А с этой стороны? Да, вон колышки торчат. А, там тоже колышки, да? Да, он такой красивый должен здесь стоять. Ну и будет, значит, да, он будет объединяться вместе с нашей группой. Да, он просто не верит, понимаешь, наши силы. Да он еще не знает про наши силы, да. Он даже про нас не знает. Думаешь, с ним кто-то разговаривал? Да никто ничего не разговаривал. Да. А пока это... мы будем Смотри. Доверять кому-то. А сейчас мы идем по земле Черномырдина, детей. То есть это не самого Черномырдина, Виктора. Ага. Вот. А дети... Купили эту землю по дешевке, так. Где-то в 90-х годах. Так. Ну, грубо говоря, по... Красота такая. По 10 долларов за сотку. Ага. И заложили такие, суки, банк быстро. Банк. Да. Взяли сюда. Получили кредит огромный, ну, жировали, блин, тащились. И когда банк предъявил претензию, говорит, забирайте землю. Банк говорит, да нахрен вообще ничего не стоит у вас. И у них сейчас конфликт. Ага. У детей Черномырдина и с банком. Так. Вот, а, типа будет. Банк да. считал тогда нормальную, да, ликвидную, да, а сейчас да. типа неликвидную. Да, 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 сейчас неликвидную. Так не, они-то взяли по 10 долларов, заложили ее максимально дорого здесь, за 30 миллионов долларов заложили. Но. И теперь им, они говорят, банк говорит, давайте бабки. Ага. Они говорят, берите землю. Они говорят, она не стоит 30 миллионов долларов. Они говорят, стоит. Будет стоить. Да, и вот спор идет об этом. Ясно. А мы не... Вещаем с Рублевки. Всего вам хорошего. У нас 9 мая, День Победы. На Рублевке оказалось очень много еще потомков тех людей, которые воевали, строили эту страну. Вся ну, да. элита жила. И Микоян, и Жуков. И даже Примаков, оказывается, на несколько домов от нас жил туда, в ту сторону. Вот портрет настоящий, которого у да. нас висит на доме сейчас. Да, настоящий. То есть мы, условно говоря, сейчас что получается? Мы просто отдали дань наследию, да? Да? То есть это наш как бы позыв души, то есть а Примаков Конечно. Жил здесь. Да. А, поэтому и школа там Примаковская да, называется. Да, да, это сосед, это Ничего местный. Себе. Слушай, так они, наверное, тоже рассчитали, да. видимо, сделали этот баннер, да? Да, это... Ну, то есть эта мысль пришла как бы свыше. Ну да. Ну, она очевидна, в принципе, понятно. А мы прощаемся с вами. С вами был Александр Серегин и Сеня Кайнов. Сеня Кайнов. Будьте здоровы, с Рублевки. Окей, все.